Умерла актриса Александра Яковлева. Актриса из фильмов «Чародей» «Экипаж» Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме «Экипаж», скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Лебедев. «Да, это правда. Это огромное горе. Она болела. Это известно, что она болела. Она сама об этом объявила», — сказал он. Лебедев выразил глубокие соболезнования родным и близким Яковлевой, а ее саму назвал ярким, сильным и неординарным человеком, мощнейшей личностью. Светлая память. Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране. Но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие. Явление в нашем кино. Яркое явление. Звезда, настоящая звезда, заключил он. Актриса скончалась в Петербурге, где жила в последние годы. Ее похоронят на родине в Калининграде. Александра Яковлева родилась в 1957 году. Ее настоящая фамилия Иванис. Псевдоним она взяла по фамилии деда. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии УГИТМИКА. В 1993 году ушла из кино. Наибольшую популярность ей принесли работы в картинах «Экипаж», «Чародей» и «Человек села Бульвара Капуцинов».